Помните, выходил сюда студент, который закончил в 2012 году? Он же не просто студент, он не просто выпускник. Он победитель Санкт-Петербургского этапа немецкого конкурса певцов эстрады, так? Мы уже выйдем, уже мы тебя знаем, Дмитрий, выходите. Если честно, Дмитрий, скажите, пригодился диплом военмеха по жизни? Конечно, пригодился. По жизни пригодились все знания и те, скажем так, нравоучения преподавателей, которые они давали. Я прошу прощения, что я вас перебиваю, просто в зале, конечно, пригодился, и пел. А вы где работаете, если не секрет? Ведь петь на сцене – это же не профессия, это же любительство. Я руководитель проектов на заводе взрывозащищенного оборудования «Горлтех» занимаюсь. Достаточно? В 2012 году закончил, в 2016-2015 году стал руководителем проектов. Дерзкая дорога, товарищи! Хорошо.